Приветище, Амигос. Произошло знаменательная дата, вернее, наступила на канале. Сегодня канал набрал 10 тысяч подписчиков. Ну, в условиях нынешнего интернета это типа немного, потому что в год появляется примерно по 50, а то и может быть и 100 каналов-миллионников на Ютубе. Но все они, вернее, ну, абсолютное большинство из них накрученное, да? Ну, когда заходишь там на канале 700 тысяч подписчиков, а видео собирает по 1000 просмотров, ну, это смешно, но таких каналов очень-очень много. И они попадают в эту статистику каналов-миллионников. А вот таких чудес, когда канал без рекламы, без раскрутки, без всего набирает, берет и набирает 10 тысяч подписчиков, да, причем 7,5 тысяч из них я набрал только за сентябрь. Согласно статистике, можете зайти там посмотреть на Social Blade или на VSP. Вот, значит, спасибо, что выбрали именно мой канал среди всей этой ютубовской кучи. А во-вторых, ну, честно говоря, на канале сейчас не самые лучшие времена, но видео по этому поводу, да, с обращениями и с новостями я удалил. Ну, пока закрыл, но удалю впоследствии, потому что, ну, незачем новоприбывающим людям быть в курсе этих замесов. Вот, я, как и обещал, расскажу, да, что случилось на втором канале. Ну, ссылка на второй канал есть в описании этого канала или под этим видео. Не игровой канал он называется. Я не знаю, как скоро выйдет это видео. Дело в том, что, как многие знают, к чувакам из Немагии, например, пришел представитель Роскомнадзора или милиционер по делам из Роскомнадзора. То есть, если раньше еще у людей были какие-то сомнения, что все эти ролики на Ютубе наши ведомства и структуры некоторые контролируют и проверяют, то сейчас сомнений уже, я думаю, никаких ни у кого не остается, поэтому свой рассказ об этом происшествии мне придется облачить в такую литературную некую форму, да, чтобы, потому что если к Немагии пришли из Роскомнадзора, то ко мне придут из вообще из хрен знает откуда и увезут меня реально на Вранке куда-нибудь. То есть поэтому надо все это завуалировать, тщательно обдумать, подобрать слова. Вот, это займет какое-то время, но видео будет оно по-любому. Но сразу говорю, что скорее всего поймут не все, о чем речь. Ну, кто не поймет, значит, тем еще рано. Подрастете там, ну, ни на что не намекаю, как бы, но говорю, что все как есть, значит. Спасибо всем тем, кто выразил поддержку, будь то материальная или словами. Очень много сообщений пришло, на самом деле это очень классное чувство, чувствовать поддержку тысяч людей за своей спиной, да, и тут бы я с радостью уже на самом деле скинул эту маску уже надоевшую, типа, ну, какая разница, сколько у меня врагов, если у меня есть тысячи, несколько тысяч друзей, да, там, пусть там против меня будет миллион, там, или я не знаю, но теперь маску придется поносить в свете некоторых других обстоятельств какое-то время, но как только там удалят мои фотки на фоне стены со шкалой роста, я сразу как-то выйду из тени, я не знаю, торжественно. Но, блин, вот именно в этот момент было бы самое классное так взять и, да, но увы, значит, получил также много гневных комментариев от людей, которые боятся, что кто-то заработает денег больше, чем они, что я развожу там или обманываю, что я начинаю доить подписчиков, да, как там кто-то выразился. Сейчас я, если найду, куда-нибудь сюда прилеплю скриншоты, да, когда там недели две назад мне писал человек, предлагал втюхивать подписчикам игры, да, рекламировать World of Warships, например, и еще какие-то другие игры, и за каждого пришедшего в игру человека, да, я получал бы там $1.5, да, ну, допустим, позвать всех играть в Warships, на этом, ну, 100 человек из 10 тысяч вполне реально могло прийти, я бы получил на этом $100, там, но я как бы не хочу начинать разводить своих подписчиков и вообще рекламировать какие-то опционы, блять, как Ваномас это сделал. Ну, просто, я не знаю, пирамиды финансовые. Ну, нахрена кидать своих, тем более, если подписчик к тебе хорошо относится, зачем начинать всю эту карусель? То есть, ну, это к тому, как бы, что что это было видео не какое-то не кидалово, действительно.
Я бы вообще продержал все это в тайне, но от старых-то, от своих подписчиков, ну, от них-то не утаишь, что если на канале видео не выходит неделю, значит, явно что-то случилось, да? То есть люди сами начали спрашивать, сами... как бы... Сами-сами все сами, то есть... Вот, поэтому не надо думать, что я насобирал на Феррари, как там многие посчитали, они... Ну, как я уже говорил, да, в каких-то размышлениях, что русская поговорка, да, что с мира по нитке и голому рубаха, но именно русских людей начинает душить жаба от той мысли, что кому-то на что-то сбросится, а им, видите ли, ничего. Спешу успокоить вас, но я половину забанил таких, конечно, особо ярых комментаторов, да. Но чтобы вас окончательно жаба не удавила, скажу вам, что все равно пришлось залезать в кредиты, да, пришлось. Но другой вопрос, что кредит теперь, благодаря помощи от подписчиков, можно брать не такой большой. Вот. Кстати, вспоминаю, не знаю, анекдот это или фрагмент из книги «Трое из леса», короче. Вот похож на то, как бы, иллюстрация вот этого, вот этих людей, которые, да, ну... не то, что они как бы не хотят сбрасываться, которые считают, что любой сбор денег в нашей стране это лохотрон, что помогать друг другу у нас не надо, что все обманывают, короче, вот. В одной из книг, по-моему, в шестой или в пятой книге из серии, главные герои попали в ад, и вот ведет черт человека по аду, да, вот, и видит, они там, яма такая стоит, и... Вокруг ямы черти с трезубцами в три ряда стоят, короче, из ямы постоянно лезут люди, и черти их сталкивают обратно в эту яму, короче. И вот чувак спрашивает, говорит, а что это у вас такое происходит? Кто в этой яме? А черт говорит, в этой яме мы держим евреев. Дело в том, что евреи, говорит, они постоянно, блядь, друг другу помогают и встают друг другу на плечи, там друг друга тянут и постоянно лезут, сука, из этой ямы. Мы их туда, блядь, в яму обратно заталкиваем. Вот, поэтому, говорит, три кольца чертей стоит, их, сука, ловим. Идут дальше, видят еще одну яму, но там уже одно кольцо чертей, так, ну, неплотное, такие стоят. То есть, и время от времени вылезают люди из ямы, их черти копьями скидывают обратно в яму. Вот, он спрашивает, а в этой яме кто сидит? Черт говорит, ну, в этой яме, говорит, сидят англичане. Они, говорит, все гордые, друг другу не помогают, поэтому... Вылезают, иногда вылезают, да, и мы их назад скидываем. Вот, поэтому много, как бы, много охраны не надо. Вот, идут дальше, видят третья яма. Вот. И у этой ямы один черт спит, один единственный, тот пьяный, походу. Вот мужик спрашивает, а говорит, а что, эта яма пустая, что ли? Они говорят, нет, там, говорит, русские. Они, говорят, у них такой менталитет, что когда один пытается из говна вылезти, другие его за ноги обратно стаскивают. Вот это очень похоже на некоторых людей, которые были замечены в комментах. Ну, не суть. Вот. В общем, не помню. Еще раз, да, благодарю всех, кто вошел в положение или просто помог по доброте душевной. Или, ну, у кого была возможность, у кого не было, кто просто хоть как-то поддерживал, но... Выяснилось, что довольно много людей хорошо себе представляют нашу систему... На систему в нашем государстве, да, как бы, поэтому им даже не надо ничего было объяснять. Как только говоришь, что у тебя проблемы с законом, все сразу, а, ну, понятно, то есть, вот, ну, как я уже говорил, подробности будут позднее, вот, напоследок, что хочу сказать, сейчас, короче, у компании LG, по-моему, конкурс проходит, разыгрывают монитор за репосты, вот, на моей странице висит... сверху на странице ВКонтакте бесполезный, но я ссылку под видео кину, короче, в новостях. Сверху сообщение, которое вы можете репостнуть и увеличить мои шансы выиграть этот монитор, но не то, чтобы мне был нужен этот дохрена этот монитор, и не то, чтобы я хотел его выиграть, просто в этот конкурс впрягся в Аномас. Человек, который совсем недавно прорекламировал на своем канале опционы бинарные, да, ну то есть известное кидалово, и после этого попросил поддержать его репостами. Один подписчик ему написал: так иди, блядь, на опционах зарабатывай, ты же заебись, ты там видео снял, что 6 тысяч там за полчаса заработал или что-то такое.
Вот, а видео наебка стопроцентная, потому что начинается оно с того, что Ваномас говорит, что он закинул 30 тысяч рублей, блядь, в интернет в эти опционы. Ну откуда 30 тысяч у Ваномаса? Ну смешно. Вот, поэтому как бы... Чисто, чтобы не досталось ему. Там, ну, там много людей уже с этого угорает. Там написано, что типа я хочу... Какой-то чувак там написал, что я хочу получить этот монитор, чтобы он не достался Ваномасу. Но просто я не знаю, где сделать его репост, поэтому я у себя разместил. Вот, поэтому, ну, в принципе, если я выиграю Моник, то это хорошо. Честно говоря, я его, скорее всего, продам и куплю себе PlayStation, чтобы полетсплеить какие-то эксклюзивы, да, и всем показать, а не только... Хотя, я думаю, если они отдадут монитор, они как бы... Ну, при каких-то условиях, я думаю... Ну, честно говоря, я вообще не верю в эти конкурсы. В какой угодно стране это возможно, но только не в нашей. В нашей стране проще кидануть. Яркий пример того, что в 90-е, короче, пришли первые холодильники, знаете, от Coca-Cola, от Pepsi, ну, вот эти рекламные холодильники от этих компаний, их в ларьки предоставляли бесплатно, ну, как бы что, ну, реклама, вот ты выставляешь рекламный холодильник, компания получает рекламу, ты получаешь холодильник. Блять, в нашей стране нашлись люди, которые эти холодильники сумели продать и заработать миллионы. Приходили к этим коммерсантам в ларьки. Хочешь холодильник купить, блядь? Классный, охрененный Пепси, блядь. Хочу. То есть, блин, ну, в нашей стране людей умеют. К сожалению, в нашей стране ничего, кроме, я думаю, часов Пепси, фотоаппарата в виде футбольного мячика и какого-нибудь там радиобанки ничего не выиграть, как бы, поэтому а надеяться на то, что кому-то там влупят монитор, ну, не знаю, но чисто ради прикола, зайдите на мою страницу, у вас теперь 10 тысяч на канале, зайдите и репостните. Если Моник выиграю, ну, не знаю, я угорну, я его, если будет возможность, я его продам, короче, и верну донат тем, кто, топовым донатерам, короче, которые заслали денег в помощь, вот. Я думаю, что это будет очень правильный ход с моей стороны, да, то есть, и убедит остатки людей в том, что я, как бы, никого не развожу, ни на что не обманываю. В общем, вот, так что... 10 тысяч на канале подписчиков, через полгода, думаю, будет уже 1050, ну, это оптимистично, конечно, но, собственно, с такой поддержкой я уже начинаю верить, просто верить в лучшее, ну, прогресс в настроении, я думаю, заметен, так что скоро пойдут видосы, блин, маска-то еще на бикрень, так что, пока что есть вера в то, что все будет хорошо, все будет нормально. Еще раз всем благодарочка. В общем, смотрите видосы. Желательно без отблока, да, потому что за кредитос за взятые еще надо деньги возвращать. Вот, блин. Так что все, ждите видео. На втором канале ждите другое видео. Все будет. Все со временем будет. Главное верить. Надеяться верить и держаться вместе. Вместе мы... Банда, да мы не то, что банда, 10 тысяч подписчиков, это как 10 тысяч безупречных у Дейенерис Таргариен. А, только не кастрированных, а просто таких мощных бойцов, короче. Ну, как бы, и Дейенерис вроде баба, да, и армия у нее евнухи. Ну, так, аналогия, просто с 10 тысячами больше сравнить больше нечего, короче. В общем, поздравляю себя, поздравляю... Собственно, еще раз себя, как бы вам-то, скорее всего, без разницы, что там 10 тысяч, что не 10. Вот, передаю привет всем своим олдфажным подписчикам, которые вошли в первую тысячу, да, потому что, ну, после первой тысячи именно попер скачок, после видео про танки, и подписчики прям полетели. Вот, то есть первую тысячу подписчиков я набирал где-то больше года. Следующие 9 тысяч подписчиков я набрал за 2 месяца. Интересно, через сколько реально набрать будет сотку? Реально ли вообще, конечно? А то скачусь в говно, начну как Джофф ссать на монитор. Или там включу конвейер видео, как там наши топовые летсплейщики всякие. Которые пилят там по 5 видосов в день. Абсолютно какого-то невнятного, безвкусного отстоя. Так что, вот. Сколько там я уже наговорил? 15 минут, можно будет рекламку вставить. Да ладно, я угораю.
Все, короче, чуваки, пишите, жмите. Всем спасибо. Всем до связи.